музее Лобачевского КФУ начала свою работу археологическая выставка «От первобытности к цивилизации». Основой выставочных комплексов стали материалы поступлений фонда музея археологии Археологического института имени Халикова. Выставка включает материалы полевых исследований 15 археологических памятников, расположенных на территории Среднего и Нижнего Поволжья, охватывающие период от финального палеолита до нового времени. Экспонаты позволяют на примере археологических находок, собранных на месте древних стоянок, поселений, могильников, проследить этапы эволюции материальной культуры человеческого общества. Все представленные на выставке археологические предметы и коллекции уникальны, экспонируются впервые и происходят из объектов археологического наследия федерального и регионального значения. Посетителям выставки представится возможность познакомиться с находками, которые совсем недавно появились в арсенале науки. Еще ждут своих исследований, первых публикаций и, возможно, сенсационных открытий. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.